Привет, дорогие друзья, с вами Глеб Задоев. В сегодняшнем видео мы обсудим ту сделку, которую я вам рекомендовал по валютной паре евро-доллар. Также поговорим о сегодняшнем мастер-классе по опционным уровням на CME и немножко обсудим с вами прямую линию Владимира Владимировича Путина, которая прошла накануне. Итак, начнем со сделки по евро. Я в нескольких предыдущих видеороликах говорил о том, что по многим валютным парам, в том числе по евро-доллару, по британцу, по доллар-франку, после вот тех вот волн, которые мы видели в последнее время на дневных графиках, образовались очень хорошие позитивные картинки для того, чтобы построить линии Фибоначчи и заработать, соответственно, на продажу по евро-доллару, на продажу по британцу и на покупку по доллар-франку. Ну и там, кстати, по очень большому количеству других валютных пар примерно похожие картинки. Так вот, валютная пара евро-доллар уже вовсю отрабатывает нашу с вами сделку. Продавать нужно было с отметки 1.18400. Тем, кто продал, большие молодцы, ставим за это лайк. Для тех, кто, собственно, просто послушал и ничего не сделал, ну что ж, кусайте локти. Ну и еще раз напомню, так, на всякий случай, для тех, кто совсем сидит в танке, фунт-доллар еще, доллар-франк, причем доллар-франк вот-вот уже там где-то подойдет, так что D1 открываем и зарабатываем. Сегодня у меня состоится мастер-класс по опционным уровням CME. У нас будет два мастер-класса. Сегодня теория, завтра, хотел сказать, 13 июня у нас будет практика. И в чем вот кайф этих мастер-классов, в чем вообще основная их фишка? Заключается она в том, что я за два дня, за два занятия, простым понятным языком, на простых понятных примерах расскажу вам, как искать опционный уровень CME, как это все работает, для чего это нам надо. И, соответственно, мы не только в теории это все разберем, но еще и посмотрим на практике 13 июня. Записаться можно будет по ссылкам, которые будут в описании к этому видео. Ну и самое главное, что не могло вчера не повеселить нас с вами, это, конечно же, прямая линия Владимира Владимировича Путина, которая впервые прошла без участия зрителей. Видимо, настолько вот наш национальный лидер решил отгородиться от других людей, да, от населения, от электората, называйте как хотите. И самое, конечно, интересное, что сказал Владимир Владимирович Путин, это он указал нам на рост экономики на 1.5%, рассказал о том, что в экономике наметился устойчивый рост, вот как раз таки на эти 1.5%, выросли доходы населения на 3.8%. И все это, друзья мои, вы представляете, в России, да, и это все объективная статистика, как сказал Владимир Владимирович Путин. Ну, конечно, не все замечают вот эти улучшения, но как бы такого не может быть, что все замечали. Это все происходит в России, наверное, где-то на созвездии Альфа Центавра, наверное, да. Я не буду сейчас ничего говорить про статистику, да, объективную, как сказал Владимир Владимирович Путин. Я не буду никак обсуждать вот эти вот, вот эту тему, там, растут доходы или падают доходы. Мне хочется спросить у вас, друзья мои, вот давайте проведем такое более или менее независимое исследование среди тех, кто смотрит мои видеоролики, потому что меня вы смотрите из огромного количества различных городов и даже стран, но если вы живете в России, у меня большая просьба, если у вас доходы выросли за последнее время, там, за последний год, поставьте, пожалуйста, дизлайк к этому видео. Если у вас они не выросли и вы не видите вот этих вот позитивных улучшений, то обязательно поставьте лайк и напишите мне в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Ну и я с вами не прощаюсь, мы с вами сегодня встретимся на мастер-классах по опционным уровням CME. Опять же, ссылки все в описании. Подписываемся, лайки или дизлайки, да, у нас такой опрос сегодня, и всем пока!